21 сентября стартовала всероссийская студенческая акция «Письмо защитникам Отечества», в которой могут принять участие все студенты и выразить слова поддержки военнослужащим. Организаторы отмечают, что письма будут просмотрены и отправлены солдатам уже в течение 3 дней. Данная акция проводилась, получается, в апреле уже, и сейчас второй раз. Также на сайте именно Университета Синергия расположены все письма, которые писались в прошлый раз, и, соответственно, которые написаны будут в этот раз. Сейчас идет сбор, и далее уже все письма со всей Российской Федерации будут направлены в зону. Целью акции является поддержка российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, которые прямо сейчас, не жалея себя, делают все ради мирной жизни и спокойствия всех тех, кто остался дома. С нами была проведена организационная работа, информационная работа. Совместно с студенческими советами мы организовали сбор писем. А на данный момент нами собрано порядка 50 писем. Студенты Казанского федерального университета также выразили слова поддержки и благодарности. В студенческом городке акция закончилась 23 сентября, и все желающие передали добрые слова благодарности и приветы из Татарстана. Людмила Сидунова, Александр Кузнецов, Универньюз.